Есть у нас еще вопрос. Он из Натальи из Симферополя. Значит, у Натальи такой вот, такая ситуация произошла. Она пишет: случайно узнал об измене мужа. Внутри все клокочет уже больше месяца. Но не знаю, как правильно поступить. Боюсь, что возможный разговор с ним приведет нас в тупик. Какие у вас могут быть рекомендации и советы? Ага. Ну что ж, спасибо за мудрый вопрос. Прежде всего, я вам хочу, ну, как бы выразить свое некое сочувствие, потому что я понимаю, в каком вы находитесь состоянии. Вы сказали, что уже больше месяца. А я думаю, что внутри у вас вот это все клокочет. Наверное, вы испытываете целую гамму разных чувств, из которых, ну, будем говорить, есть злость, наверняка доминирует и обида. Злость и обида. А злость и обида за то, что ваш, ну, партнер вот так поступил. Ну, смотрите, самое первое, хорошо, что вы об этом написали, это надо остановить. То есть вы должны остановить вот этот процесс вынашивания и собственного разрушения. Пока вы носите эту травму в себе, она будет вас по-прежнему разрушать. Время может немножко успокоить, но это как заноза. Она, может быть, не будет так внешне болеть, но она будет воспаленная все время и гнойная внутри. Поэтому прежде всего я бы вам посоветовал подготовиться и провести разговор с вашим супругом. Вот только что я отвечал, если вы слышали часть моего ответа, когда я отвечал Алексею, в принципе, примерно по такой же схеме вам надо подготовить разговор с вашим мужем. Вы должны быть внутренне готовы. И мой вам совет, вы должны быть готовы к любой развязке, потому что измена – это очень серьезная вещь. Ее можно как легко как бы постараться простить, точно так же, как можно ее поставить причину для того, чтобы семья перестала существовать. Вы должны понять причину. Если у вашего мужа это был некий легкий флирт, ничего не значащий для него, как часто бывает у мужчин, и это ничего как бы не изменило в отношении с вами, как говорится, слава Богу, то вам просто нужно расставить точки над «и». Но если у вашего супруга появилось, допустим, появились серьезные отношения, и его сердце сейчас, и его, так сказать, энергия принадлежат другой женщине, и вы перестали быть его избранницей, это совсем другой сценарий. Поэтому вам предстоит, к сожалению или к счастью, более серьезный путь. То есть вы должны, знаете, иногда бывает как страус, он прячет голову в песок во время опасности. Вам надо вынуть тогда будет голову из песка и посмотреть реально в вашей семье, что происходит. То есть вам надо поговорить с вашим мужем. Но прежде всего вы должны быть готовы внутренне. Вы должны быть, вот понять, знаете, как когда у человека воспаляется зуб, он боится пойти к врачу, и он в конце решает: все, что бы ни было, там я иду, я буду просить, чтобы мне сделали анестезию, но я готова лечить или даже удалить этот зуб. Вот с таким настроением вы должны подготовиться и пойти к разговору. Возможно, вам потребуется помощь. Возможно, прежде чем такой разговор вести, вам потребуется помощь психолога или персонального коуча. Вам надо настроиться, потому что, как мы говорили, такие измены – это тоже вещи кармические. То, что в вашей жизни произошла измена, это тоже вещь кармическая, это, как говорится, ваша судьба. Это у вас прописано, что вот так должно было произойти. Это не случайность. А вот уже от вас зависит понять, какова ваша зависимость того, что вы делаете как. Возможно, ваши отношения с мужем, тут я ничего не знаю, привели к этому. Если, скажем, женщина критикует мужа, если женщина мысленно ругает мужа, то она создает условия, чтобы он, так сказать, уходил в другом направлении. То есть такой мужчина будет, по всей видимости, искать то, чего он не имеет в своей семье, в другой семье или вне семьи. То есть вам надо проанализировать свои отношения и понять, что происходит у вас. То есть это
это событие, которое произошло, оно должно стать лакмусовой бумажкой, оно должно стать вашим уроком, вашим, вашей семье и вашим мужем. Ну и в принципе, вы должны подготовиться и настроить своего мужа и сказать, что мне надо с тобой провести очень серьезно поговорить. Возможно, вы пойдете, даже сделаете это не дома, потому что в доме можно, там, скажем, уйти в другую комнату или выйти в коридор. Возможно, вы пригласите мужа, там, я не знаю, куда-нибудь в парк или в кафе какое-то. И после этого или там вы начнете разговор, вы должны сказать, что вот я хочу с тобой серьезно поговорить, и мне вот стало известно то-то, то-то, то-то. Естественно, мне надо понять тебя. Я хочу прежде всего тебя понять, почему это произошло. Очень часто может случиться, что муж будет отрицать, говорит, да нет, этого никогда не было. Здесь уже, я уже не знаю, так сказать, ваши факты, которые у вас есть. Вы должны быть логичны и последовательны. Возможно, вам об этом сказал его приятель или кто-то. Вам надо подумать, каким образом вы сможете предоставить ваши факты. Но принцип заключается в том, что вы должны объяснить мужу, что у вас есть семья, и вам надо понять, почему это произошло, чтобы вы могли дальше идти. Вы можете сказать, что вот уже месяц я хожу, меня обуревает чувство. Но здесь очень важно, чтобы вы начали высказывать свои чувства. И эти чувства высказать очень разумно. То есть вы должны сказать, что вот у меня переполняет боль, обида к твоей измене. Не к тебе, а к измене. Это очень важные вещи, потому что если вы сейчас направите весь этот поток ваших чувств на него, то вы его можете разрушить, и могут разрушиться ваши отношения. Но поймите, что этот весь поток ваших негативных чувств, он направлен к его действию, к его измене. Ну и потом уже как бы вторично к нему, как к личности. Но попробуйте себя отнести к этому разумно и понять, в чем ваш урок. Что вы должны понять и вынести из этого урока. И дай Бог, вы сможете поправить ваши отношения, или вы придете к каким-то другим решениям. Также скажу, что в такой ситуации, по всей видимости, для исцеления потребуется хорошая терапия, профессиональная.